инвест-программа, которая намечена на развитие будущих районов, поэтому это перспективная теплосеть. Ее использование даст развитие районам в 2024-2025 году. Прерогатива сдавать объекты в срок, выполнять федеральные нормативы, ну и чтобы наши граждане, это главное, смогли вовремя пользоваться этими объектами, чтобы не было раскопанных территорий, которые зависают месяцами здесь по 2-3 месяца.